Многие видели страшные кадры с девочкой из Чечни, как сложилась ее судьба. Девочка изначально сирота, ее малюткой взяли из приюта добрые люди. Мать и отец любили девочку как родную. Женщина не могла родить детей, она была инвалидом с парализованными ногами. Отец, несмотря на инвалидность, работал. Девочка стремилась к учебе, она была круглой отличницей в школе станицы Асиновской. Нелюди, преступники чеченской национальности, родом из Бамута, в марте 1994 года ворвались в дом русских земляков. Они избили родителей инвалидов, которые пытались защитить дочку. Ученицу 7 класса похитили и многократно над ней надругались. Преступники остались безнаказанными, но хочется верить, что Аллах их покарает. Это все факты геноцида, о котором молчат правозащитники. Девочка осталась жива. В целях безопасности я не назову ее имя. Она живет в столице большого государства. Она замужем, стала мамой, счастливая семья. Я искренне желаю ей удачи в жизни и огромного счастья за то, что она пережила ад на своей родной земле, в Чечне.